Друзья, хочу поделиться с вами впечатлениями после столкновения с российской компанией «Аэрофлот». Вчера в 21:15 мы приземлились во Франкфурте, вылетев из Бангкока. У нас был рейс Бангкок-Москва, Москва-Франкфурт, соответственно, Москва-Шереметьево. Могу даже назвать номер рейса 2304. И в 9 часов мы наконец-то приземлились, распрощавшись с этой авиакомпанией, решив для себя однозначно, что никогда больше Аэрофлотом пользоваться не будем. Конечно, выбор в пользу Аэрофлота был сделан, так как это дешевые билеты, правда, с пересадкой, но тем не менее решили для себя, у нас была небольшая группа, что лучше заплатить $100-200, ну, наверное, летать какими-то другими рейсами. Вот расскажу то, с чем столкнулись мы сами, и прочитаю некоторые отзывы из интернета тоже от тех, кто летал этой авиакомпанией, вот именно международной линии. Первое, что меня поразило, на международных шальтерах в Шереметьево, это удивительно, никто не говорит на английском языке. Я не понимаю, как такая ситуация возможна, но вот буквально на моих глазах, во-первых, мало того, что там происходили невероятные вещи, люди не могли толком сориентироваться, людей отправляли на допроверку, перепроверку, затем, если человек не успел на несколько минут, его отправляли переоформлять билет, доплачивать небольшой штраф, это возмутительно. Тем более, что речь идет о транзитных пассажирах, которые не приехали откуда-то, а они там должны были буквально переместиться от одного места к другому. Но вот этот досмотр так долго происходит. Конечно, все это происходит в очень недоброжелательной обстановке. Ну и самое удивительное, что англоговорящему человеку начинают на русском языке на повышенных тонах. Вот это очень важный момент. Как только ты сталкиваешься или находишься на российской территории, даже если это происходит на территории транзитного рейса в аэропорту, ты тут же сталкиваешься с людьми, у которых недовольное выражение лица, оно у них запечатано навеки вечные, и они с немцами, голландцами, англичанами разговаривают на русском языке. И вот я столкнулся с тем, что она внушает человеку, который явно ей говорит, что «я не говорю по-русски». Она орет на него, трясет билетом в своих руках и продолжает ему на русском что-то объяснять, пока в конце концов у другого человека не выдержали нервы русскоговорящего и владеющего языком, он подошел и сказал: «давайте я ему переведу». «Да, переведите ему, пожалуйста, он ничего не понимает». «Международные линии» называются. Питание – отдельный разговор. Подавали нам, например, такое блюдо, как гречку. Вот так это приблизительно выглядело. Гречка, допустим, ну вот в моей группе я один был из России, остальные немцы. У нас, например, гречка не считается продуктом питания. То есть гречку никогда не едят, ее не едят в качестве гарниров, ее вообще не купишь фактически, как только если в русском магазине. Вот здесь Аэрофлот подает без зазрения совести свой продукт, гречку, наверное, заранее, я не знаю, те, кто составляют это меню, не интересуясь, а вообще, кроме русских людей, кто-нибудь гречку ест. Ну, мои коллеги не ели ничего, кто-то заказал вегетарианскую еду, выглядело это тоже крайне неаппетитно. Ну, я попытался есть эту гречку, мясо к нему было такой гуляш очень обильный и невкусный. Ну, в общем-то, еда в самолетах, она фактически всегда невкусная, но здесь это было совсем действительно и холодное. При том, что весь полет занимает с ожиданиями и так далее, это фактически 12 часов. Но Аэрофлота это, конечно, не волнует. При обращении к стюардессе, если ты посмел к ней обратиться, она посмотрит на тебя, как на какую-то бактерию. Хорошо, что они еще при этом не произносят там каким-то базарным тоном, чего тебе надо, мужик, или что-то в этом роде, но в основном они недоброжелательны.
Я еще отметил для себя, что все стюардессы были некрасивыми. Это тоже мы между собой обсудили. Была такая реплика, ну, говорят, в России красивые женщины. Судя по стюардессам, которых обычно выбирают все-таки привлекательные внешности, то здесь казалось, что их отобрали на каком-то конкурсе уродин. И опять та же самая проблема. К нам подошла девушка, которая пыталась делать вид, что она говорит на немецком. Это было ужасно. Мы поняли, что она говорит на немецком на уровне, не знаю, третьеклассницы какой-то. Когда мои друзья перешли на английский, поняв, что она по-немецки не говорит, подошла другая, которая говорила по-английски точно так же, как это по-немецки. То есть очень плохо. Я отметил для себя, что и работники аэропорта, и летящие в самолетах на международных линиях стюардессы очень плохо владеют языком. Насколько я знаю, раньше на это обращали внимание, но, по крайней мере, владение английским – это было необходимое условие. Сейчас вы можете это забыть. Бардак полнейший. Я так думаю, что эти высокооплачиваемые места берут, наверное, каких-то родственниц, племянниц, дочерей, чиновников, скорее всего, именно только для получения приличной зарплаты, а не для выполнения своих обязанностей. Потому что они плохо обслуживают свои рейсы. Ну и самое главное, что произошло, из-за чего я решил сделать этот ролик. В самолете, в полете человеку стало плохо. Буквально мы только взлетели с Шереметьево, и минут через 10 человеку стало плохо. Человек абсолютно приличный, естественно, он ничего не пил, он еще не успел ничего выпить. Смуглый такой, и приблизительно 45-50 лет, такой вот как раз такой возраст риска для инфаркта, скорее всего, что-то подобное с ним и случилось. Ему стало плохо, жена стала звать на помощь. Ну и как вы думаете, стюардессы не реагировали вообще никак. Пока кто-то из пассажиров, близко сидящий, не начали делать ему искусственное дыхание, и стюардессы через какое-то время, увидев, что в конце, значит, там поднялись 10 человек с мест, она начала орать. Ну, во-первых, орать на всех, да, потом до нее дошло, что там плохо человеку. Она вот вальяжно, пройдясь по салону, спросила, нет ли каких-то медицинских работников, может быть, кто-то врач на борту. Ну, в конечном счете, люди продолжали делать искусственное дыхание. Благодаря их действиям человек остался жив. Стюардессы, которые, я так понимаю, обязательно проходят курс первой помощи, не приближались к этому пассажиру даже близко. Такое было ощущение, что они брезгуют подойти к нему. Потом, наконец, одна вспомнила, что у них есть кислородная маска, принесли этому человеку, которого уже откачали к тому моменту, дали ему эту кислородную маску. И больше, что интересно, она к этому человеку даже не подходила. Она не принесла ему ни одеяла, не спросила, как вы себя чувствуете, все ли у вас хорошо. Единственные, кто побеспокоились об этом человеке, я еще раз говорю, это были сами пассажиры. Не вышел ни второй пилот, никто ничем не интересовался. Если бы пассажиры вот оперативно не начали сами помогать этому человеку, то эти люди бы везли труп, и мне кажется, им было бы вообще все равно. Вот такая удивительная история и поразительное спокойствие, надменное, наглое отношение работников Аэрофлота к пассажирам на своем борту. Ну и вот тут интересный пост я нашел в интернете. Интересно то, что написала его тоже бывшая летчица, по факту пилот малой авиации, женщина. Она русская и пишет вот такой возмущенный пост. Буквально недавно это произошло. Вот давайте послушаем, как они себя ведут и в каких ситуациях люди оказываются благодаря Аэрофлоту. Предупреждение для всех вылетающих в ближайшие дни из шарика Аэрофлотом. Ну, это вот Шереметьево. Приезжайте сильно заранее и идите на посадку как можно скорее. И если понимаете, что на посадке будет минут 10-5 до конца, сразу фотографируйте табло над стойкой, чтобы точно было видно время. Сейчас расскажу зачем. Я не знаю, что там творится последние дни, Аэрофлот, российские авиалинии, но стойкие компании
переживают столпотворение так называемых «опоздавших», «опоздавших» в кавычках. Представители Аэрофлот совершенно хамским поведением закрывают посадки раньше времени, снимают багаж с подбежавшими, ничего не понимающими пассажирами, разговаривают с оскорблениями, тянут время, ничего не объясняя. И как только часы показывают минуты завершения посадки, указанные в пассе, с издевательским видом восклицают: «Все, вы опоздали, у вас 20 минут на то, чтобы поменять билеты с минимальным штрафом», разворачиваются и уходят. У стойки Аэрофлота, на минуточку, это международные вылеты, терминал «Т», вместе с нами стояло около 30 якобы опоздавших в Вену, Лондон, Лиссабон. Пассажиры эконом и бизнес-класса, все трезвые, без каких-то там пакетов из дьюти-фри, вовремя пришедшие на посадку, многие спешившие на работу, на конгрессы и бизнес-встречи, приехали в аэропорт заранее. Мы, например, за полтора часа пробивались через все таможни и очень медленные, как обычно, осмотры, потом бегали от гейтса к гейтсу, от терминала к терминалу, старались не нервничать, не сердиться. Пришли за 5 минут до посадки, и все они оказались в ситуации опоздавшие. При нас издевались над англичанином, летевшим транзитом. Пока он шел к указанному в талоне гейтсу, выход изменили. То есть он здесь ни при чем, это действие аэропорта. Узнал он об этом, дойдя до места. Система громких оповещений в Д-терминале – это отдельная песня. А когда пошел искать новый гейтс, выяснилось, что он в другом терминале. Человеку пришлось заново проходить таможню. Он опоздал к посадке всего на 1 минуту. Но вы представляете ситуацию в другой авиакомпании? Опаздывает транзитный пассажир бизнес-класса, при том, что сотрудники знают, что выход был изменен аэропортом. Человек ведь должен туда как-то добраться. Аэрофлоту пофиг, они улетели, отправили покупать этого человека новые билеты. Ни один представитель оперативного отдела не вышел на помощь ни русскоговорящему бизнес-пассажиру без российской визы. Он сам транзитный, конечно, перемещаться не мог свободно. Просил международный бланк претензий. Ответ: «У нас нет». Просил официальный отказ авиакомпании, любую бумагу, подтверждающую решение компании отказать ему в перевозке. «Мы не понимаем, чего вы хотите», был ответ. Человек плакал, говорил, что такого позора ни в одной стране не встречал, что это не уровень сервиса перевозчика международного класса. Это было невыносимо, стыдно видеть, за страну обидно. Мы могли только извиняться и рассказывать этому человеку, что со своими, в кавычках, Аэрофлот поступает точно так же. Обращение к самому Аэрофлоту. Я никогда не видела за 20 лет полетов разными авиакомпаниями из разных аэропортов такого позора, как сегодня у вас. Я не знаю, зачем вы последние дни делаете все, чтобы потерять пассажиров. Скандалы с ручной кладью, втихую изменения требований к перевозкам и сегодняшние истории. Я вас поздравляю, вы пассажиров теряете. Вот эта банковская карта, связанная с вашей авиакомпанией. Я прилетаю во вторник и переоформлю все банковские карты, связанные с вами. Вот не поленюсь и переоформлю. Ноги моей больше не будет в ваших самолетах. 9 часов моей жизни – это максимум, что вы получите. Я очень-очень зла. Вот это отзыв россиянки, то есть тем, кто думает, что я точу какой-то зуб на Россию, я такой отчаянный русофоб. Но вот человек, который постоянно летает различными международными линиями, я снизу дам ссылку, можете пройти почитать, она сравнивает полеты Аэрофлотом с другими авиакомпаниями, с другими ситуациями, которые в ее жизни встречались,
И вот такой отчаянный возглас. Вывод такой. Если есть возможность, желательно не пользоваться Аэрофлотом, но лично я для себя это понял. Далеко не самое хорошее обслуживание и очень большой риск, что что-то произойдет во время вот этих транзитных пересадок. При этом одеты эти отвратительные стюардессы с иголочки в белых перчатках, что нас тоже повеселило. Глядя на все это, я подумал, у русских людей в России это всегда так. Самое главное – картинка, чтобы была красивая, чтобы упаковочка привлекала, а что там внутри – абсолютно неважно. Вот так же и Аэрофлот. Они фланируют по аэропорту Франкфурта, как будто идут по подиуму показа моды. Они и их пилоты. При этом качество работы далеко не соответствует их внешнему виду. В любом случае, в моей следующей поездке я буду внимательно смотреть, чтобы это, не дай бог, не был Аэрофлот и, не дай бог, никаких пересадок в Шереметьево.